годовщину 25-летия Ассоциации международных фармацевтических производителей возникла резонная идея попытаться охарактеризовать консолидированный вклад международной индустрии в решении задач современного здравоохранения Российской Федерации и сделать это в предельно простой, краткой, лаконичной и понятной форме. И начать повествование, как мне представляется, необходимо с констатации того, что в настоящее время фармацевтический сектор Российской Федерации представлен подавляющим большинством международных фармацевтических компаний и в настоящее время в составе ассоциации, которую я возглавляю, насчитывается уже свыше 60 членов, представляющих мировую фармацевтическую элиту. За этот период компании-члены зарекомендовали себя весьма надежными партнерами российского государства и медицинского сообщества в решении задач современного здравоохранения, повышении качества и продолжительности жизни россиян. Локализуют производство, осуществляют трансфер технологии, строят новые заводы, которых в Российской Федерации уже свыше 20 в настоящее время, осуществляют обширную информационно-просветительскую, научную и благотворительную деятельность, распространяют современные подходы и решения в сфере здравоохранения. И чтобы проиллюстрировать сказанное, я приглашаю своих коллег из ассоциации и компаний-членов поделиться своими соображениями о вкладе международной фармацевтической индустрии в реализации конкретных задач российского здравоохранения, а также достижении показателей средней продолжительности 80+, вчера, сегодня, завтра, включая решение конкретных проблем пациентов Российской Федерации.